Это что, батут? И я спасу тебя от холода, и мое сердце чисто. А там ничего дару нет. Мое сердце из чистого бам. Так, ну что, всем доброго утра. Я сейчас уже поставила домашнюю курочку на борщик вариться. Вот. И у нас тут был небольшой форс-мажор. У нас тут оставались ночевать. А? А куда голову? Куда голову? Давай посмотрим. Вот Антоха сейчас наклейки, да? Ну вот, смотри, какая там голова? Глазки, да? Сколько там глазок? Один. Вот такой вот? Да, и улыбочка. Вот сюда, значит, клей. Я почти собрал коску. Да. В общем, вот такие штуки, они сейчас наклеивают, да? Ой. Отклеивай потихонечку. Приклеивай ровненько, ладно? Хорошо, да. Да. Иди дальше смотри, хорошо? Сначала ты смотри на вот эту картинку, если что, спрашивай у Гриши, хорошо? Вот, сейчас буду и наборщик все чистить, и в комнатах везде сейчас позаправляю кровати. В общем, сегодня такой день убирания, разбирания всего. Где там мои братва? Вон они под навесом. Все гуляют. Афонька, Гришка и Антошка. Буду за ними смотреть через окошко. Так, ну что, я сейчас варю борщик. Закинула уже картошечку. У нас здесь домашняя курочка. И он будет без зажарки. То есть просто на бульоне. Все сырое сюда буду кидать. Как всегда, в борщ свекла, лук, морковка, чесночок, еще капуста и болгарский перчик. Вот. Я ложу картошку, капусту ложу в конце. Сина! Ты куда, Афонь? Так, ну что, борщик готов. Вот такой вот красненький получился. Да что, батут? Тут же есть. Тут же у нас есть, да? Не, лучше поедем, да? Нетушки, так как ты вчера начал вечером. Гриша, опять начинаешь? Нет. Кто Антош? Мам, хочу я тебя ночью менять. Надо только осторожненько. Так не нужно делать. Кувыркаться не надо. Просто прыгайте, хорошо? Я смотрю. Называется червячок. Мама, привет. Так, ну что, все, наш обед готов. Я все приготовила наконец-то. В общем, домашняя курочка. Немножко вот такого вот подкопченого салка. Хлеб. Борщик. И кефир будем сегодня пить. Сижу, мне еще аджику вот такой вот будет есть. Он любит ее добавлять именно в горячее, тогда она как-то раскрывается. В общем, ему нравится. Перечная аджика, грузинское производство. Город Краснодар, в общем, Тандер, то есть магнитовская аджика. Так, ну что, пошлите обедать? Пошлите. Пошли. Афонь, пошли кушать, Афонечка. Афонь, ты идешь кушать? Ты что, притворяйся? Афонь, ты будешь кушать? Пошлите обедать. Афоня, пошли кушать. Я. Афоня, только запах. Мама, знаешь, какой сейчас час? Скажи, какой? Какой час? Сейчас ровно бум. Так, бум, пошли обедать.
Сейчас ровно буря. Ой, супер, сегодня такая классная погода. Афоня заснул. Мы сейчас поедем с детками на батуты, потому что вчера было столько народу, что они даже не прыгали. Потому что там было вообще невозможно. Там с этой горки такая очередь за эти 10 минут отдать деньги и стоять ждать своей очереди. Поэтому решили сегодня. Надеюсь, будет поменьше людей. В общем, сейчас поедем, посмотрим. На дракона пошлите все, посмотрим батуты, пошлите. Мама, если залезть вот туда на глаз, можно грохнуть. Ну, конечно. Ну что, пойдем на дракона или на вот этот, вот на целый город? Да нет, на дракона. Мам, ну можно я сначала шарик? Давайте сейчас на батуты попрыгаем, а потом шарики, договорились? А я тоже хочу, папа, хорошо. Шарик. Ты на какой будешь батут, Антош? На дракон. Ну, пошли. Я тоже на дракон. А? Что-то, наверное, их стрелять. Ну да, дротиками. Смотри сюда. Опа, побегай. Много лошадок. Мама, это и много лошадок. Много лошадок? Да? Идем сажать шпинат. Ребята до Даши гуляют. Вообще погода, конечно, шикарная. Люба. Что, будем сажать? А где мы? Там, это новые семена, я покупаю, Матадор. Ага, которые должны быть хорошие, да? Они шпинат. Все хорошие, да. Кинзу ты сняла, как вся одинаковая, ты видишь, Вер? Это что-то не похоже, да? Это такой сорт? И кинзу уже, да, на город? На город и кинзу? Ну вот это да, первые, и в конце еще позже сажали, да? Красота. Ну давайте, сейте. Я буду вам что, загортать, наверное, я буду? Не, я буду закрывать. Так, это какая? Их, наверное, туда и обратно будем. Шпинать. Ну, сейчас ты попробуй отсыпать, чтобы не сильно густо. Они вообще как камушки, да? Они вообще как это, да. Иля прикатывает. Он сеет. А я снимаю. Ой, кошмар. Ну сейчас хоть быстрее, да, как мы раньше. Рабельками каждый рядок загортать, да? Ага. Что это такое? Ты ел виноград? Да. Ну иди тогда мой руки, снимай и шорты. И зеленое. И зеленое? А почему ты зеленый? Вот я одевался, и зеленый получился. А-а-а. Что там у Даши делали? Там чума она. Она чай подавала.
это? Котлеты. Продавал ты котлеты? Да. И пюре. Да? Да. Ты тут вылазит. Ну что, вы погуляли? Тогда Гриша там подавает. Сына, а ты хочешь есть? Сейчас уже будем. Будет у нас сейчас такой перекус с пирогом вишневым. Вообще такой классно выглядящий. Сегодня я его купила в люксе. А Фоне понравился кефир, он прям балдеет. Я немного вымазался. Ну ничего, пойди помойся. Иди сюда. О, красавчика, мам. Красавчика наш. Давай переодевайся. О, Муна, уже не хочет. Афанасий. Гол! Ты куда, сынок? Афонечка, ты куда пошел? Ну, слышал, перчат же мужчины. Девушка ж пошел его. Пошли, Афонь. Ты маму почему не зовешь? Зови маму. Он сам, да? Кто там такое, сынок? Что там, дедушка? Дедушка и папа. А ты себе будешь верничать? Да? Что такое, сын? Вставай, 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 давай вставай, давай, родночек. Вот, молодец, давай, пойдем. Пошли. Как хорошо, да, мам? Ага. Пришел, поел орешка. Ага. Сейчас, мама, да. Что даст еще вам? Так, что тут у меня уже осенне-весеннее обострение. Да, я уже тут кучу грибу. Грибу, мету и гавкаю, да? А мамуля меня тут развлекает, да, мам? А ребята тут гуляют. Мам, смотри, Саня. Мам, крутится у меня. Да? Да. У тебя не крутится? Ага, знаешь что? Кто там, Афоня? Кто там? Скажи, папа. Какое? Да что ты там написал? Да. Это кто мы? А? Это кто мы? Это Криса и Атоса и папа Сергей.
и бассейн. Да там через трубу кто-то насыпает уголь. Потом чик-чик. У меня я пуля. Потом поедете вот так. Пик, а не поедете. Давай. Давай. Так, ну что? Поподметала я тут, погребла немножко. Нам гости приехали, привезли по хорошей традиции. Если кто понял, что это за гости, они нам всегда привозят Рафаэлла. В общем, круто. Афонечка, а ты что хочешь? Ребят, снимите Афоню, смотрите, тоже к вам хочет. Гриш, снимай его. Ты есть уже хотел? Сейчас будем кушать. Я чуть запомню. Я сейчас забуду взять книжку, где внизу написано готовка. Кто тебе верил? Я обещал привезти. Это ты мне напомнишь, ладно? Если мама, прими! Давай ему! Так, ну что, мы покушали? Конечно, нет. Что у нас на ужин? Борщ! Борщик, да? А крёстная к нам приехала. Какая еще крёстная? Моя. Да? Не, моя! А скажи, кого? Ну скажи честно, надо. Ну твоя, твоя сын. Да, ихняя там, типа, в Милане самая дорогая галерея, где продаются шмиши мраморные скульптуры. Все там фотографии, футболки. Нет, такое. Да, мы и видим. А? Чего? Вот я как угоняю. Фанечка. Гриш, ну и тебе сейчас оставит. Ты борщик будешь, Гриш? Ой, ну что, все, мы выпроводили гостей. Прям сегодня такой классный спонтанный вечер провели с нашей кумой. Это была Гришина крестная. Я не слишком их снимала, честно, мы так давно не виделись. И столько у них новостей классных. В общем, прям, короче, не хотела снимать, в общем. Вот, детки сейчас тоже моются, я уже помылась. Что хотела сказать? По поводу стрижки детей хотела сказать. Не хотели ли мы им отрастить длинные волосы, им бы было прикольно, да, согласна, но Антошка мог бы отрастить, у него волосы достаточно таки хорошо лежат, и он бы мог ходить с более длинной стрижкой, но у Григория они все время торчат, они немного отрастают, чем нужно. И начинает не очень красиво топорщиться. И так как он ходит в садик, у них вот эти все, ну, как бы не очень прилично с такой прям очень заросшей стрижкой ходить. Поэтому Гришку мы стрижем, а, соответственно, когда мы стрижем Гришу, то Антоше тоже хочется идти в парикмахерскую, поэтому он тоже подстригается. У Афанасия, к сожалению, тоже топорщится волос, как у Григория. Его тоже уже нужно вот извести стричься. Поэтому, в общем, не получается у нас отрастить волосы. Если бы все бы волосы были как у Антошика, которые вот именно лежат красиво, то, да, они бы все, наверное, ходили бы с более длинной стрижкой. Мне это очень все хотелось. Но как посмотрю на Гришу, когда он зарос, это настолько некрасиво. Поэтому как-то мы не экспериментируем. Вот, в общем, на сегодня все. Сегодня какой-то такой день. Не знаю, странный немножко. Вот. Но вечер прошел очень классно, прям очень домашне. Вот, поэтому всем до завтра. Пока. Дети завтра пойдут в садик.